Вижу, ты совсем не стареешь. Не потеряла форму. Бля, какой пиздаж, ёб твою мать, я бы отсосал бы сам себе. А тут изи, блядь, Far Cry, чёрт, на Вингсюте летали, ну все, блядь, то же самое. Твоя помощь всегда, кстати. Как тебе это тихоокеанская дыра? Оригинальная озвучка. Да? С первых частей. Splinter Cell, да. Толян уже кончил, уже хорошо. Да, он озвучил. Ну, я не во все части играл, но теорию хаоса я точно помню. Так, осторожно. Внимание, он... Ну мы их сняли уже, они не успели. Вижу одного. Хедшот. Вижу, ты совсем не стареешь. Не потеряла форму после Боливии. Вот ну, такая машина. И что Сэм Фишер забыл на Ауро? Ищу парня по прозвищу Стратег. Погнали за Сэмом Фишером. Сэм Фишер, можно тебе отсосать? Такие у меня кроссовки модные, Найки, что ли? Кто стрелок будет у Сэма Фишера? Давайте, мы сзади поедем. Давай, Толян, самый большой фанат. Он у Стратега. Найс. Ух, Call of Duty. Хотите с нами пообщаться, Сэм? Выдвиньте его из машины. Как считаешь, что этот стратег задумал? Зачем ему Мидас? Чтоб я знал. Одно ясно. По своей воле он бы к ним не пошел. Этот чертов ублюдок нам заплатит. За все. Заплатит. Не волнуйся. Но сначала его надо вывести с острова и сделать так, чтобы он дожил до суда. А вот и дрончик. Сейчас нам билки будут. Давай. Тут точно. Валим. О, ребята, на нас целая армия охотится. Валим нахуй, господи боже мой. Прям реально по съебам? Окей. Там лодка просто рядом, погнали. Просто 2 километра чесать это... Наслаждайтесь видами мангровых лесов. Там, кстати, чья-то база. Можем на нее вторгнуться, взять нормальный транспорт. О-о-о, тут есть транспорт получше. Быстрее, блядь. Нас сейчас подорвет, походу. Окей. Давай, Толян, бомби. Вышечка, вышечка, вышечка сверху. Да, давай, его. Красава. А теперь всех остальных. Вертолет желательно подбомби. Понял. Назад, назад, я понял. Все, красава. Это думал, мы тут будем поставиться там. Мы горим, блядь! Вылезай нахуй! Так, ребят, тихо, тихо. Попробуем по стелсу или на его нахуй? Конечно, попробуем. Ну попробуем, у нас это. Че, стелс, пацаны, да? Да я кнопки путаю. Метку поставил. На счет 3 давайте. Давайте. Так, блядь. Вижу одного. Пометил. Еще один. И еще один. Еще один. Еще двое. Цель, я не пойму. Он там просто стоит, что ли, да? Я сниму Б, а ты которого рядом. А че это они побежали? Осторожно. Ох, ебать, видок нахуй. Вот это мы приехали. Оказывается, здесь проще с парашютом спрыгнуть, не? Хотя, может быть, черт возьми, ты и прав. А, ну и хуй с ним, как бы новый вырос. Этот прекрасный вид мы оседлаем на парашютах. Бля, какой пейзаж, ёб твою мать, я бы отсосал бы сам себе. Беги, беги, прыгай и нажимай. Да, блядь, а чё, парашют не открывается? Ёпта. А, чё ты? За Русь. За Русь, усрусь! Дай. Во, я взлетел! Ну чё, так себе, конечно, парашютка полетали, блядь. Больше на жопе, блядь, проехали. Красава. Блядь. Массаж хуя. Подбежал, хуй помассировал, встал, блядь. Да как-то что можно вылечить? Давайте, залетаем, там вон вертолет. Не сту дырочка бывает. Снаряд приближается. Мы без хвоста, блядь! Ебать, вот это нам повезло, блядь. Чисто везение, блядь. Сейчас я нам костер разожгу. Прилетели в хорошее место, разожгли костерчик. Нормально, блядь. Ну что, подрощим друг другу? А. Вот, то ли сделать красиво. Чего? В чем подвох? Разбежавшись, прыг! А тут изи, блядь, Far Cry 4 на Вингсюте летали, ну все, блядь, то же самое. Я даже парашют не раскрываю, чисто вот так вот лечу.
Он кто-то пытается взлететь, смотрю. О, полетел. Толян, ты что ли? Да неужели? Давай прям в долину сразу. Вот он прилетел. Она только летит, крыльями хлопает. А вот и наш сладенький Бориск приехал. О, найс. Давай поближе подпрыгнемся. А у меня снайперочка, если могу прямо суд прикрыть. Ну, нет, со снайперки ты можешь через жопу стрелять. Ой, да ладно, 100 раз стрелял. Иди-ка сюда, блядь. Не, не убивать, он с нами будет ходить теперь. Пока что допрос устроим. Красава. Там, кстати, что-то от нас слева шумит. Это слева, да. Угу. Это дровы. Окей, не трогаем тогда. Там база. А, ну стой. Толян уже решил брать нахрапом. Красава. А вон и Вухта. Ребят, может бунту все-таки заснайперим, а? Сейчас я подъеду чуть ближе. Давайте тут. Вон вижу один. Вон вижу второй. Вон вижу третий. Короче, дохуя. Кстати, пиздатый вертолет. Надо сначала убить чувака, который с меткой... Короче, пометил. А. Его кемпит вот чувак с буквы Б. То есть, если он увидит, он всем распиздит. Вся база согрелась. Сзади к нам приехал. Осторожно, блядь! Давай, отшиби ему все покрышки, блядь! Да, большая база. Не, ну можно, конечно, застелсить, но, блядь, это слишком. Огромная база. Че, всех троих заберешь? Не, у меня винтовка не автоматическая. Так, а вот и Толян. Ну, Толян, смотри, вон они, трое долбоебов идут по дороге. Там, смотри, там Боря сверху, блядь, они кого-то заметили. Понятно. Берусь за дело. К вам вертолет летит, к вам дрон летит. Так, ладно, я к вам. Красава. Здравствуйте. О. Как ты назовите? Из-за этого счета.